магазинчик Giant. Я припарковалась на, видите, Expectant Mothers, паркинг для беременных, потому что на той стороне паркинг для мам, у которых есть toddlers, маленькие детки, но он был занят. И я подумала, ну ладно, все равно, что у меня есть детки сзади. Есть, поэтому я припаркуюсь на паркинге для беременных. Вот. Так, вот этот магазин. И, между прочим, мясо, курицу, именно я говорю про курицу, про птицу, я покупаю в этом магазине. Здесь органик, не очень дорогой, между прочим, и у них без всяких гадостей еще есть один вид мяса, не помню, как он называется. Nature Promise, по-моему, тоже. Вот, и очень хорошее мясо. Все почему-то писают кипятком, извиняюсь за мой язык, по мясу из костка, но, наверное, люди просто не пробовали другое мясо в других супермаркетах. Например, там Publix, какой еще есть? Wegmans, Giant, Acme, и еще Shoprite, я не знаю, между прочим, еще какие есть магазины, сейчас не вспомню на скидку. Вот. Но в Costco, может быть, там и объемы большие, и за приличную цену, но курица там грязная, когда ее варишь, и жестковатая, несмотря на то, что она органик. И вообще, хочу сказать, что раньше Costco было лучше. Сейчас оно очень испортилось. Я понимаю, что в каждом штате немножко товар даже другой. Но что касается там мяса, оно одинаковое везде. У нас, например, в нашем районе убрали отдел с кошерной едой, что мне тоже не устраивает. Потому что там была вкусная селедка. И еще убрали очень вкусные сыры, убрали очень вкусный спред на хлеб такой сырный был, или на бейгл. И можно его так было просто припушку кушать. Много что они перестали завозить. Еще 10 лет назад или 15 лет назад было намного круче Costco. Намного. Так что вот так. А то вновь прибывшие иммигранты писают кипятком. О, как классно, как классно. Но они просто не знают, что было раньше. As a customer, as any customer, 20 items or less, feel free to use the service desk if you'd like. 20 items or less, service desk. Thank you. Малинка 3 за 10. Возьмем. Так.
blackberries. Тоже 3 за 10, да? Ой, какая красота. Петрушка 2 за 2 доллар. Укропчик $1.99. Силантро. Кинза, да? 2 за 2 тоже. Сейчас возьмем укропчик. 3.29. Органическая она. Вот такой пучок. Лук порей 3.29, редиска $1.99. Да. Здесь грибочки. Брокколи $1.79. Цветная капуста 3.99. Там еще всякие. Возьму еще сельдерей. $7.99, именно грудка, вот такая. Робот. Еще сметанку возьмем, $1.99. Срок годности 25 марта. Так, смотрите, что у меня здесь. Достала с холодильника мой казанчик. Здесь у меня приготовлен зирвак вчера. И вот с холодильника я достала. Сейчас он чуть-чуть постоит. И добавлю чикпис. Это нут по-русски. Рис. Изюм. Еще сделаю весенний салатик. И сегодня на ужин у нас пловчик. Пловчик с баранинки. И еще приготовлю один салат. Помимо весеннего салата еще приготовлю. Вот такой рис я добавляю в плов. Несмотря на то, что здесь у меня куча русских магазинов, и можно купить любой рис, узбекский, таджикский, рис для плова на любой вкус и цвет. Но я почему-то именно плов люблю. Вот этого американский, этот Benz Original Long Grain White. Тоненький, длинный, да? Еще чикпис, как я уже упоминала. Нут по-русски, да? То, с чего делают хумус. Обожаю хумус. Изюм золотой. Золотой. Так. Так, у меня здесь рабочий процесс. Так, а вот это Pink Salmon. Как вы думаете, для чего он мне нужен? Для какого салата? Его все знают, конечно же. Ингредиент в этот салат.
конечно же, это моя любимая мимоза. Захотелось мимозу. 100 лет ее не ела. 100 лет это практически реально 100 лет. 3 года, наверное, я не делала, если не 4. Не помню, уже совсем забыла, когда ела последний раз мимозу. Ну так, что у меня? Картошка почищена, яйца, морковка и салмон, да? Я уже показывала. Сейчас я буду все тереть на терке. Первый ряд у меня будет, наверное, так же. Я, кстати, хотела задать вопрос, может быть, кто-то делает мимозу по-другому. Но я знаю 2 вида мимозы. Это с салмоном, не с тунцом ни в коем случае, нет. Именно салмон, лосось, да, лосось, не тунец. И могу иногда делаю с сыром или без сыра. Вот сегодня я буду без сыра, не хочу сыр. Поэтому первый ряд у меня будет картошка. Конечно же, ее смажу. Каждый слой буду смазывать майонезом. Потом после картофеля пойдет лосось. Также смазываем майонезом. Потом лук. Лук я уже замочила в водичке, он постоит. Не знаю, кто-то замачивает, кто-то уксусом, не знаю, у кого, кто на что горазд. Я просто, чтобы он не горчил чуть-чуть, я не против лука. Для меня, если лук горчит, тоже нормально. Потом лук. На лук морковь тоже майонезом смазываем. Потом, конечно же, яйца отделяем от белков. Когда лень, яйца от белков, от желтков. Когда лень, все вместе можно потереть. Вот белки, на белки майонез, и потом сверху либо сыр, либо желтки, либо и то, и другое. Напишите в комментариях, как вы делаете мимозу. Спасибо! Первый слой, между прочим, я всегда обильно смазываю, именно где картошка. Последующие слои я не смазываю сильно обильно, но именно там, где картошка, я обильно смазываю. Да, кстати, когда я варила картошку, я ее посолила, чтобы у нее был уже вкус подсоленности, подсоленности. Солененькая была. Такая баночка лосося у нас стоит 3,50. Я брала в Walmart. Это, может быть, не 3,50, но меньше, чем 4 доллара. Это Bumblebee компания. Так, вот, смотрите, как... Ой, сейчас вылится. Так, сейчас я эту рыбку выложу на тарелочку и помну, отделю от костей. Использовать одноразово сразу, чтобы потом выкинуть. Боже, боже, кто там так кричит? Так, от косточек я отделила. Я ее не буду, эту рыбку, мельчить. Я просто, так, немножко, я не люблю пюре рыбное. Это не рыбная котлета, поэтому она будет с такими у меня небольшими. Вот так она у меня получилась. Такие небольшие маленькие кусочки.
что мимоза моя пропиталась. Я думаю, уже... О, дети кричат с папой. Так, сейчас я поставлю в холодильник. Вот я уже делаю салатик весенний, еще красный огуречек. О, красный огуречек, я сегодня целый день заговариваюсь, устала уже. Красный onion, лук. Перец не буду класть. Здесь у нас лук перевернулась. Дети уже накрыла все. Покажу, что получилось. Так. Так, первую еду, конечно же, деткам. Да, зайчик, сейчас проверим. Сейчас проверим. Сейчас, малыш, подожди секундочку. Да, малыш. Хорошо, солнце. Я полицейский.